Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какой продукт или какую услугу вы представляете. Добрый день. Меня зовут Ахтарий Бабрак, эпи Шамс. Мы производим турки, медные турки, город Пятигорск. И электротурки тоже делаем, и мини-чайники. Я на вашем стенде не обратил внимания, есть ли уже представлены в ассортименте электротурки. Если да, то расскажите, в чем их отличительные особенности. Да, у нас получается очень хорошее качество, хорошего пластмасса, первичный материал и световая гамма. Там три цвета. Три цвета, это прекрасно. Мы с нашими гостями общаемся на тему экологи экологических продуктов. Как у вас обстоит с этим дело? Mm, да, у нас чисто экологический э, пластик э, э, производства Россия. А, турки это медный, тоже чисто экологический. А, ручки, которые э, имеются, это тоже натуральное дерево. Все чисто экологически можно дома использовать у нас на этом есть гарантии, сертификат соответствующий, поэтому можно использовать смело, и не бояться. Какие инновационные продукты или технологии вы применяете в своей работе сегодня? Сегодня мы вот производим турки электрические, да, вот, и медные турки. На будущее стараемся, будем использовать делать электросушилки. Электросушилки, сушилка для чего? Электросушилки для овощей, фруктов вот это очень сейчас хороший спрос. Просто люди хотят, да, усушить там грибы, овощи, фрукты, зелень, все, очень большой спрос. Будем это тоже делать. Ну, мы желаем, чтобы эти три дня на выставке прошли для вас максимально эффективно, и пусть ваш клиент с большим удовольствием познакомится с вашей продукцией. Спасибо большое, вам тоже приятно, спасибо. Спасибо.